Давайте повторим наш базовый рецепт золотой смеси для иммунитета, которая не только, да, ее можно пить, как употреблять, я бы сказала, как профилактику, но и использовать уже при имеющихся, да, таких начальных состояниях простуды. Нам нужен мед, вот у меня где-то столовая ложка меда. Нам нужна прям вот куркума обязательно. Прям вот положите, не бойтесь, прям можно даже прям парочку таких чайных ложек с горой. И положите половину от куркумы, то есть если 2 чайные ложки куркумы, значит будет чайная ложка черного перца. Потому что черный перец будет усиливать действие куркумина. Это мощная противовоспалительная смесь. То есть все ваши воспалительные процессы, все вирусные нагрузки, инфекционные, все-все-все, куркума с черным перцем сейчас будут это нивелировать, убирать. Замешиваем. Получилась такая вот эластичная, классная смесь. Она, кстати, достаточно вкусненькая, не горькая, да, если, допустим, вы переживаете, что ого. Нет, смотрите, мы принимаем, вот берем буквально, вот, чуть-чуть, да, на кончике ложечки и рассасываем. То есть ключевое это не просто взять и проглотить, а вот взять чуть-чуть на кончике ложечки и рассасывать. И тогда, особенно если есть воспалительные процессы в горле, да, там болит горло, ангины или вообще там верхние дыхательные пути. То есть все-все-все вот это будет снимать воспаление. Поэтому и прям можно вот, ну, грубо говоря, сколько угодно. То есть подошли, взяли чуть-чуть, рассосали. Там вспомнили часа через полтора, взяли чуть-чуть, рассосали. То есть это именно такой вот рецепт, да, как природный антибиотик на случай, когда вы себя не очень хорошо чувствуете. Также это хорошая профилактика. Допустим, вот вы работаете, да, там люди болеют вокруг. Пожалуйста, утром идете на работу, взяли, рассосали. Вечером пришли с работы, взяли, рассосали.